29 сентября по поручению главы республики Сергея Меликова была отправлена очередная партия гуманитарной помощи для участников СВО, а также гражданам освобожденных территорий. Организатором сбора и отправки гуманитарного груза является председатель собрания депутатов города Каспийск Абдулвахид Джаватов. Тут, начиная от квадрокоптеров и генераторов, кончая там медицинским оборудованием и обезвоживающими средствами, бинты. Много что есть, спектр очень большой. Даже есть кондитерские изделия для ребят наших мы собрали. И также мы помогли нашим новобранцам, которых будут отправлять через военную часть, через Каспийскую флотилию. Собрали для них и спальные мешки, и дождевики, и сапоги резиновые, и берцы. Помочь в сборе гуманитарной помощи отозвалось все бизнес-сообщество и меценаты города Каспийск, а также члены местного отделения партии «Единая Россия», которые своим примером решили призывать неравнодушных граждан к оказанию помощи военнослужащим. Я думаю, это очень хороший посыл для всех остальных. Если мы единую позицию займем и все должностные лица, бизнесмены, все начнут помогать, все оказывать какую-то свою помощь от себя, чем могут. И я думаю, тогда победа будет очень скоро, и победа будет за нами. 30 сентября груз с сопровождением Абдулвахида Джаватова отправится на освобожденные территории.